А вот еще к роду вопрос. У нас один там предок, значит, получается, мы все между собой родственниками. А как насчет смешения там крови? Мы родственники в духе, в природе, а не в биологии. Так же? Это же разные вещи. Не нужно путать свое «я» со своим телом. То есть правила поведения своего «я» в духовном мире одно, это ни времени, ни пространства, и мы едины. И в то же время мы раздельны на генетическом уровне. Поэтому родственные связи как бы запрещаются. То есть мы одновременно и едины, и различны. Мы же об этом договорились. А ты уже, а мы едины. Это уже язычество. Мы и различны одновременно. Это одновременно нужно воспринимать. В духе мы едины. В духе только всех к единому предку. Мое я. А так мы различны. Формировались от разных там особей, получалось. Конечно. А почему говорят от потомки? Более мелких богов, которые разные боги, разные роды основали. От более материальных ипостасей. Почему говорят, не расслышала, потомки расы и роды небесного? Это что-то какие-то разные разделения? Ну, ну, у нас как бы есть это разделение, что... Мы делимся на славян и ариев. Ага. Расы это? Да. На самом деле это условное разделение. То есть и наши предки говорили, что не стоит это разделять. То есть многие темные как раз и пытаются вбить клин между славянами и ариями. Угу. То есть мы все как бы относимся к белым людям. Ну а тут кто-то все равно пытается там разделить все это. То есть русский человек – это белокожий человек, так же? Угу. Как на английском это русский? Раса. Просто раса. То есть хоть он в Африке живет, но если у него белый цвет кожи, это он русский. То есть к расе относится. И мы должны стоять вот на этом единении. То есть все белые относятся к расе. Именно поэтому запрещается расовая дискриминация. Угу. Так же? Только русская культура запрещена, русская традиция запрещена. Так же любого народа, пожалуйста, любая религия, да. Только наша вера запрещается, наша культура запрещается. И именно расовая дискриминация. То есть, если я говорю, что ты белый, значит, ты расист. Да. То есть, это плохо. Я говорю, а что в этом плохого? И я горжусь, что я принадлежу к расе. Так же, что я белый. Я горжусь своими предками, достижения своих предков. Так же? И что, я должен стесняться этого, сказать, да, я никто. Так же? Любой народ скажет, да, я вот такой национальности. И что в этом плохого? Так же? Прекрасно, хорошо. Пусть каждый гордится своими предками. Ничего в этом плохого нет. А нам запрещают гордиться предками. Запрещают изучать опыт предков. Так же? По всему миру. Потому что они знают, кто в доме хозяин. Отрывают от корней. Потому что мы старшие братья для всех других народов. Мы, единственные белые люди, несем ответственность за всех других народов, так же? Мы всегда другим народам относились как к младшим братьям. Всегда их помогали, защищали, кормили, обучали, так же? Мы никогда не угнетали другие народы. Всегда все другие народы жили за наш счет, так же? И никогда мы за чужой счет не жили. Вот это и запрещается. Можно сказать, что цвет кожи – это уровень сознания? Это принадлежность просто к народу. А сознание у белых людей идиотов хватает, так же? И вот демонов и... хватает среди белых людей. Вот это говорят... не критерий. Что мало русским родиться, а русским нужно еще стать. О, совершенно верно, да. Станет духа и... Родиться русским слишком мало. Если христианское мировоззрение сильно, то есть упасание русских. Конечно. То есть язычество еще хватает.